Он был тяжело ранен в Запорожской области. Борис был экстренно госпитализирован, но ранения оказались смертельными. Борис родился в Узбекистане, но позже его семья переехала в Россию. После окончания Сочинского государственного университета пришел в журналистику. Начинал в печатном издании, но вскоре понял, что его призвание – телерепортер. Работал в ГТРК Сочи. На телеканале «Россия-24» работал последние несколько лет. Неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны специальной военной операции. В Запорожской области находился последний месяц, освещая события на линии фронта. 18 ноября Борис отметил свой 38-й день рождения. ВГТРК и редакция телеканала «Россия-24» приносят свои соболезнования родным, коллегам и друзьям Бориса.